кто-то работал с Юком Бруклин? Ну, понятно. Когда работаешь с таким клиентом, то нужно быть аккуратным, потому что он очень горячий и очень быстро остывает. То есть вот так нанесли, сразу же надо это все приклеить. Есть еще такой клей, как дракон. Он сохнет медленнее, но держится тоже крепко. С ним работать легче, но ждать дольше. Он очень долго сохнет. Час. Да, это для тех, кто не спешит никуда, или же есть такие моменты, когда ты хочешь, допустим, там, заклеить большую плоскость там, бисером или кофе, то лучше вот намазать силиконовым клеем, выложить это все красивенько, вот, и потом уже... Мы будем делать, у нас будет такая своеобразная открытка на каждый день. Открытка, пожелания. То есть будет висеть картинка, будет здесь специальная такая возможность, чтобы каждый день менять пожелания для любимого человека. Как мы на холодильник иногда вешаем там, доброе утро и купи хлеба. Так вот и здесь. Я люблю все делать с конца. Ну, рамочка вообще делается в конце. Я люблю делать рамочку, а потом сюда в середину все. Аня, скажи, пожалуйста, еще чем будет самое лучшее включение клея? Вот когда покрываешь акрилом досточку, сразу же приклеиваете вышивку. Только перед этим вышивку нужно хорошо разутюжить паровым утюгом. Угу. Вот. И сразу же вы кладете, разравниваете это все, оно пропитывается краской, и когда краска высыхает, оно намертво держится. Угу. Вот это все приклеено на краску, и все. Помимо этого, здесь, видите такой рельеф? Это фактурная паста, вот она такая, вот так выглядит. Она накладывается мастихином, ну вот, вот такая, да, как майонез. И вот когда высыхает, создает такой рельеф. Потом сверху я еще покрасила перламутром, вот таким. Тоже паста, ее можно сделать объемной, можно просто кисточкой раскрасить. Вот, и оно такой блеск небольшой дает. Да чуть-чуть. Сейчас я хочу сделать декупаж. Кто знает, что такое декупаж? Он уже больше видит. Хорошо. Вот, вот у нас есть салфеточка. Для декупажа что нам нужно сделать с салфеточкой? Я ее открыла. А перед тем, как клеем намочить, что с салфетками делаем? Снимаем слои, да. Снимаем. Сколько слоев? Смотря сколько салфетка. Три, два, да. Все белые слои. Снимаем.